чтобы прийти к миллиону долларов или к 61 миллиону рублей? Нам с тобой необходимо работать и с духовной частью нашего тела, уметь расслабляться и кайфовать от процесса, который мы с тобой делаем. Ищем новые монетки, рассматриваем. Но ни один из блогеров не занимается тем, чтобы расслаблять и успокаивать. Каждому трейдеру, каждому инвестору свой психологический партнер, который в сложные ситуации поддерживает. И поэтому именно в связи с этим я и решил запустить такую рубрику. Психология 61 миллиона рублей или 1 миллиона долларов. Я рекомендую тебе найти место, где бы ты мог расслабиться. Подойдет удобная кровать или кресло, где твое тело может впасть в определенное состояние, которое как только не называют. Кто-то достигает нирваны, кто-то просто расслабление. Если эта тема зайдет, я буду делать это чаще, может раз в неделю или разы в 2 недели. Посмотрим на твою реакцию. Твои внутренние ощущения. Чтобы напрячься, нужно уметь расслабляться в первую очередь. И, к сожалению или к счастью, в школах этому не учат. Дома нас тоже этому не учат. Поэтому будем постигать это сейчас здесь. В моменте. На пути к миллиону долларов и 61 миллиону рублей. Я сам сейчас проваливаюсь в состоянии потока, чтобы подготовить свой ресурс, подготовить психоэмоциональную энергию, чтобы провести тебя по тем путям, по которым ты не ходил, Сегодня мы займемся переоценкой ценностей. Я думаю, ты занял уже удобную позицию для максимального прохода в расслабленное состояние тела. Также естественно, как брать и учиться кататься на велосипеде.
если ты вдруг этого не умеешь. Или вдруг ты это забыл. Как расслабляться и наполняться энергией. Скидывать все лишнее. Постепенно. Не сразу. Ты можешь закрыть в любой момент свои веки. Только ты можешь дать команду расслабить свои глаза, веки и мышцы вокруг глаз. Глаза можешь закрыть тогда, когда захочешь это сделать. Расслабь лоб. Расслабь свой нос. Мышцы вокруг глаз. Расслабь губы. Расслабь свою челюсть. Она так долго была в напряжении, что ей пора отдохнуть. Перезагрузиться. Ведь периодически каждое устройство требует перезагрузки. Именно на этих встречах мы будем ей заниматься. Расслабь голову. Представь, как мозги растекаются по черепной коробке и отходят на задний план. Они важны как инструмент. Но не особо важны как духовная часть составляющего этого мира. Расслабь шею. Дай команду расслабить уши. Расслабить слух. Оставайся в фокусе, концентрируйся на моем голосе, если вдруг какие-то мысли или чувства отдаляют тебя от моего голоса, то ничего страшного, возвращайся к моему голосу снова. Будет тренировать твое внимание на моем голосе. Каждое действие не происходит безвозвратно. Мы постоянно чему-то учимся и что-то приобретаем. Расслабь грудную клетку. Плечи, мышцы спины, предплечья, расслабь локти, руки, ощути, как они опираются на поверхность. Не скрещивай ноги или руки, расставь их по сторонам.
Расслабь живот. Дай команду. Уйти глубже в расслабление. И вот уже сейчас ты расслаблен наполовину. Это расслабление захватило тебя пополам. Осталось совсем немного. Просто дай команду мышцам ног заполниться. Той же энергией ослабления, спокойствия и гармонии. Все лишнее отлетает от тебя. Ты полностью сконцентрирован на моем голосе. И какие-то лишние звуки воздуха, они только помогают тебе углубиться еще глубже. Теперь расслабь стопы ног. Расслабь пальцы ног и рук. Теперь ты достаточно прекрасно расслабление сейчас. Теперь представь, как ты видишь перед собой лифт. Прекрасный, красивый, прозрачный лифт, в который ты заходишь, и ты осознаешь, что пол этого лифта — это твоя ресурсная поддержка, которая всегда с тобой есть, была и будет. Мы ее просто сейчас усилили благодаря словам и мыслям и представлениям собственной поддержки. Посмотри на потолок этого лифта. Этот лифт потолок от этого лифта указывает тебе твой собственный личный путь. Может быть, сегодняшнего дня или путь твоего будущего. Несмотря на эти представления о сегодняшнем дне, будущем, тебе прекрасно находиться в настоящем моменте. Ты берешь и нажимаешь на золотую кнопку этого лифта. Тебя поднимает вверх. Ты возвышаешься и поднимаешься все выше и выше. Пока ты поднимаешься и углубляешься, расслабляешься,
активируется та часть, твоего я, который отстраненно наблюдает за тобой, за твоими чувствами, за твоими действиями и поступками. И эта часть уже знает, как достичь того или иного результата, за которым ты пришел, как раскрыться, как научиться расслабляться именно сейчас, как перезагрузить себя, как запустить переоценку ценностей. Эта часть, она уже знает, как это сделать. И тебе даже не нужно думать или представлять, каким образом это может все случиться. Эта часть знает сама. Она позаботится обо всем. Твоя задача — просто расслабиться. И вот ты поднимаешься, и открываются двери лифта. Оглядись вокруг. Смотрись. Что это за место? Если с ним все в порядке и тебя устраивает это место, оставайся там. Если это место не очень, представь, как оно преображается по твоей команде в то место, в котором ты хочешь быть. Прямо здесь и прямо сейчас. Теперь представь перед собой пакет, большой пакет, и внутри сверкает синий цвет, переливающий синий цвет внутри пакета. Этот пакет подготовлен для тебя. Для того, чтобы погрузить туда все лишнее, все, что тебя заземляет, все, что тебя останавливает, все, что тебя блокирует и не дает быть тем человеком, которым ты желаешь быть. Поэтому сейчас начни класть в пакет все страхи, отрицательные убеждения, о том, что ты недостоин таких больших денег, о том, что они грязные, убеждение о том, чтобы их получить, нужно у кого-то их отобрать, убеждение по поводу жены, подруги, мужа, парня. Все отрицательные убеждения, которые есть о родителях,
отложив пакет. О детях. Складывай всех туда. Самих родителей. Мужа, жену. Друзей, детей. Родителей. Также положи туда свое имя. Смотри, как оно крутится в пакете. Положи туда все свои гаджеты, автомобиль, велосипед, одежду. Что эти вещи говорят о тебе? Что этими вещами ты хочешь показать другим людям? Что они говорят о тебе? Убеждение, что ты недостоин. Убеждение, что не получится. Убеждение, что очень большая конкуренция в том направлении, в котором ты идешь. Положи всех туда, кто в тебя не верил и не верит до сих пор. Положи всех туда своих одноклассников, однокурсников. Детишек из сада, родственников. Посмотри, как это все крутится в пакете. В прекрасном синем пакете. Если имя твое в пакете, то кто тогда ты? Теперь положи свое тело в этот пакет. Прежде чем мы очистимся от этого всего ненужного, всего заземляющего и останавливающего на пути к жизни, той жизни, которую ты можешь реализовать уже сегодня, по кирпичику за кирпичиком, кирпич в день более чем достаточно, чтобы устраивать ту жизнь, которую ты хочешь иметь. Благодари то, что уже имеешь. Избавляйся от всего того, что тебе уже не нужно, что уже является старым и лишь заземляющим тебя, твои вибрации, твою энергию, твою чистоту мыслей.
слетело твое в пакете, то обрати внимание, кто смотрит на этот пакет. Кто на самом деле ты? И что такое ты? Ты можешь сейчас вытащить все из этого пакета, то, с чем тебе жалко расставаться. У тебя всегда есть выбор. Но скинув заземление, у тебя будет путь назад. Ты всегда можешь вернуться назад, откатиться. Панцирь, в котором привык жить. Всегда есть путь назад. И ничего страшного, если ты сейчас попробуешь снять заземление, наполниться светом. Так, приготовься. Сейчас со всей силы, со всей мощью пни этот пакет далеко-далеко. Раз, два, три. Смотри, как пакет начинается в небе отдаляться от тебя. И вот его практически не видно. И после этого остается лишь точечка. И затем эта точечка исчезает. И ты уже теряешь из виду его. И просто не видишь. В силу тех убеждений, что сильно закоренились в тебе, то это прослушивание поможет тебе, повторяя, переслушивая, это аудио или видеозапись, неважно, все то, что ты выкидываешь, избавляешься, очищаешься, становишься чистым. Становишься чистым, пустым стаканом. Внутри. А затем эта чистота проявится и снаружи. Любое природное явление стремится изнутри наружу. Любая семечка, любое зернышко растет и прорастает изнутри наружу. Это закон природы. Тебя его
утаивали, сдерживали, не допускали, но спрятали все на видном месте. Теперь ты можешь двинуться в сторону водопада. Из-за водопада стоит та личность, которой ты хочешь быть прямо сейчас. Также природа, законы этого мироздания так устроены и таким образом, что здесь, где ты сейчас находишься, происходит все, все прям в одну и ту же секунду. Бедность, и богатство, и болезнь, и здоровье, теперь ты в своем понимании, подходя к этому человеку, ты можешь задать ему вопросы. И услышать ответы. В первый раз они, может быть, будут не такими явными. Не питай больших ожиданий. С каждым повторением как и езда на велосипеде, также и элемент расслабления будет приходить к тебе четче, лучше, ощущения будут усиливаться, связь с сердцем будет с каждым разом ближе и ближе. Задавая ему вопросы, как он достиг того, чего хочешь ты. Немного помолчу. Минуту. Теперь ты, избавившись от своего тела, имени, убеждений, в этом моменте, в этой секунде, ты сейчас чист. Настолько, насколько ты себе этого позволил. С каждым разом ты будешь позволять это все больше и больше. Я бы хотел, думаю, ты тоже, взять и соединиться с этой личностью,
которым ты хочешь быть прямо сейчас. Соединяясь с ним, происходит определенное цветовое сияние. И только ты можешь определить, какого цвета это сияние. У каждого это сияние, слияние с личностью, которым ты хочешь быть. Которым ты сейчас уже становишься. С каждым новым днем, шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, монетка за монеткой, действие за действием, ежедневно, по чуть-чуть, со своей скоростью, даже попытка уже приравнивается к действию. Чем больше попыток, тем ближе действие. Вот и все. Соединившись с этой личностью, ты можешь дать ему собственное имя, с которым ты больше всего резонируешь. И в случае чего, когда нужно будет выполнять более ресурсно-емкие действия, ты будешь отправлять эту личность. Ты научишься переключаться в эту личность. Со временем даже жить в ней. На счет три постепенно ты откроешь глаза и будешь чувствовать себя просто великолепно, замечательно, как будто ты здорово выспался. Если у тебя было какое-то напряжение, оно испарится. Один, два, три. Медленно открывай глаза и чувствуй, как это ресурсное состояние, как это расслабление, как все вокруг преобразилось, стало намного ярким и ясным, четким, прекрасным и волшебным. Благодарю за это путешествие. И также маленький тизер. На субботу я планирую не писать никакого видеоролика, хотя, возможно, с тобой запишем. Внизу, под описанием этого видео, есть отзывы тех людей, с которыми я работал индивидуально. И сейчас
пока мой канал довольно маленький и меня мало знает людей, есть возможность в субботу выделить время на индивидуальную чистку блоков. В своем ментальном, телесном, психологическом плане. Это также связано все на психосоматическом уровне. Я не психолог, не целитель, я просто наблюдатель. И этот первый такой сеанс по устранению блоков будет стоить всего $10 или 610 рублей. Далее с каждым психологическим выпуском роликов цена индивидуальных работ со мной может увеличиваться до той поры, пока я не найду синхронизацию с тобой и возможность принимать участие. Уничтожение блоков на психосоматическом уровне. Если ты уже готов, то в принципе в субботу я готов тебя принять на первую чистку . Благодарю за этот элемент расслабления и наполнения. До новых встреч!